На сцене Дворца Губернаторский состоялась генеральная репетиция военно-патриотической постановки «Василий Теркин». Спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского представил государственный ансамбль песни и танца «Волга» имени Владимира Ионова. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В рамках проекта грантовской заявки у нас показывают только в муниципальных учреждениях. Первый у нас будет 6 октября в Ишеевке, а 11 октября он будет в Новоспасском, 2 будет в Барыше, и последний показ – это 20 октября, это будет Димитровград. 80-летию Победы этот спектакль будет уже в его накатанном хорошем виде. Автором проекта, режиссером и хореографом спектакля Василий Теркин является Максим Агеев. Перед тем, как написать сценарий, я собирал... У меня была идея за 2-3 года до этого. Я, ну, как мечта, когда возникает, появляется... Собирал материал, приходил в зал, придумывал танцы, лексику, одно, второе. Но вот только год назад... Я пришел к директору и сказал, хочу ставить такую постановку. Ну и 22 февраля состоялась только первая часть, 10-минутный показ на привале. Самое начало Василия Теркина. В спектакле используется музыка композиторов Анатолия Новикова, Никиты Богословского в аранжировке Василия Фарата, артиста и дирижера оркестра. Напомним, коллектив ансамбля танца «Волга» образовался в 1975 году. Его создателем стал заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Ионов. В 2015 году ансамблю был присвоен статус «Государственный ансамбль танца». Таким образом, «Волга» стала первым профессиональным коллективом Ульяновской области. Сегодня ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ионова. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.